Обратный отсчет. 20 дней до Нового года. По республике торжественно зажгли огни на праздничных елках. Старт праздничным мероприятиям дали в Бендерах. На старт! Внимание! Побежали! На главной площади Бендер праздник. Игры, конкурсы, викторины, на ярмарке продажи, сувениры, пряники и подарки ручной работы. А еще новогодний квест. Нужно найти 12 кошек. Кто отыщет, получит сладкий приз. Мы бегаем, мы ищем котов. Интересно, весело? Да, очень. Я елочка, я символ Нового года. Желаю всем бендерчанам, всем приднестровцам здоровья, счастья, мирного неба над головой. Скажите, нужны такие мероприятия? Почему нужны? Для расслабления, для отдыха, для, не знаю, для всего хорошего. Что ждете наступающего года? Мира. Остальное будет. Заработаем. Здесь много интересных фотозон, где можно запечатлеть себя на память. К примеру, вот это трон Деда Мороза. Пока здесь добрый волшебник оставил шапочку и варежки. Это волшебный праздник. В нем много чудес, и можно это пожелать любое желание. Главное, чтобы оно было приятным и хорошим. С наступлением темноты главная площадь Бендер превращается в сказку. Сотни метров светящихся разноцветных гирлянд и декораций создали неповторимую атмосферу и особое ощущение, которое бывает только в преддверии Нового года. Ты ждешь Новый год? Да, очень. А почему? Ну, потому что весело, подарки дарят друг другу. Чего ждете от Нового года? Мы ждем самое главное мира. Благополучие, чтобы наш Приднестровье, наш город любимый процветал еще лучше. Еще несколько минут и долгожданная елочка гори. 16-метровая новогодняя красавица загорается сотнями разноцветных огней. Праздник продолжился молодежной дискотекой. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.